Собрание в больнице. Идет перекличка. Хирург! Есть! Ортопед! Есть! Глазнюк! Тишина. Василий Петрович, а вы что молчите? Так я не глазнюк, я окулист. Да какая разница? Как какая? Вы же гинеколога пиздюком не зовете? Присылайте мне свои прикольные и классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем прекрасных и хороших выходных, хорошей, прекрасной погодки, чтобы все было замечательно. Всем пока-пока.